Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас с вами клаб-сэндвичи, которые я приготовила сама. Единственное, что здесь не хватает, это листья салата. Дело в том, что я вроде купила, они оказались достаточно темно-зелеными, а потом, когда попробовала, увидела, что они горькие. То есть листья салата. Я решила их вообще не добавлять. Может, я что-то попутала, это другой какой-то сорт. В общем, очень много зелени было в магазине, в супермаркете. Я даже не разобралась, что к чему. Приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Я очень люблю клаб-сэндвич. Обычно клаб-сэндвич готовят либо с колбаской, либо с куриной грудинкой. Я сделала один слой с куриной грудинкой, другой с колбаской. Получается просто супер. И в каждом слою здесь... сыр. Сыр чеддер. Сегодня я хочу вам рассказать ситуацию, которая со мной произошла за последние 2 недели. И хочу услышать от вас честную оценку ситуации. Я вот недавно, где-то дней 20 назад, познакомилась с девушкой в Инстаграме. Со своей подписчицей. Мы начали общаться. Она живет в Рязани. Оказывается, у нас с ней столько просто общего. Видно, что человек меня хорошо знает. Знает все истории из моих мукбанков. Это было очень приятно поначалу. И все вроде бы было замечательно. После 10 дней нашего общения она рассказала о том, что у нее болеет бабушка. Нужны лекарства. Могла бы я скинуть ей 500 рублей. А у меня, знаете как? У меня, например, в YouTube покупают рекламу рекламодатели. И они мне переводят деньги в рублях. На карту ВТБ, которую мне сделал папа. А после начала войны в Украине, у нас здесь просто ни одна российская карта, она просто не функционирует. Нигде невозможно расплатиться, неважно, это МИР или MasterCard или Visa. В общем, деньги, которые у тебя на карте... ими ты не можешь расплатиться ни в супермаркете, не можешь ни из банкомата вытащить деньги. Даже из банкомата самого ВТБ. У меня карта ВТБ. И что я делаю? С этой картой невозможно расплатиться на Shein, на AliExpress, в общем, нигде. Кроме как российские сайты. У папы есть дубликат этой карты. Когда папе что-то нужно, он просто может потратить с этой карты. Или же, например, частенько я покупаю себе что-то, например, золото из Sunlight за деньги с этой карты. Но это все сложно. Например, сейчас папа не едет из России сюда. Раньше я могла что-то на Beauty Home. Из косметики купить.
Сейчас и такой возможности нет. Точнее, есть возможность, просто невыгодно. Все намного дороже, чем у нас. Хотя раньше было наоборот. Но сейчас не об этом. Ну, в общем, у меня на карте как раз были денежки. Я ей перевела 500 рублей. Она написала, что я обязательно отдам. Я ей сказала, что отдавать ничего не надо. Это просто как чисто помощь бабушке. Потом прошло где-то 4 дня. Она опять меня попросила 300 рублей скинуть. Я подумала, 300 рублей не деньги. Мне, например, люди донаты кидают, да? Просто так. Почему бы не помочь человеку? Мы параллельно общались, но уже как-то реже. Я там в деревне была, не всегда интернет был. В общем, когда я приехала из деревни, прошло буквально 3-4 дня, вот мы общались уже нормально, и она меня попросила 2000 рублей, говорит, вот эти деньги мне не нужно просто так, я их обязательно тебе отдам до зарплаты и так далее. И у меня просто сложилось такое ощущение, как будто мной просто пользуются, меня обманывают. То есть лохотрон какой-то. Во-первых, в Инстаграме этой девушки не было ни одной фотографии бабушки. Когда она покупала лекарства, на которые не хватает, никогда не отправляла мне фотографию. Просто, не знаю, какое-то такое странное чувство, чуйка, что меня просто обманывают. Извиняюсь, мне позвонили. В общем, потом, я обычно комментарии не особо читаю, конечно, когда есть возможность, когда я все время сижу и читаю. Но когда ты в день выпускаешь по 2 видео, у тебя просто чисто физически нету времени еще читать все комментарии. Мне, конечно, безумно приятно, когда я читаю, вижу, я обязательно отвечаю, ставлю лайки. В общем, я вижу вот это вот сообщение. Причем, оказывается, оно дублируется под каждым моим видео. Что, мол, блогеры дарят своим подписчикам айфоны, а мы подружились с Айкой, и она не смогла помочь моей бабушке в сложной ситуации. Вот какой она мерзкий человек, а показывает себя святоши и так далее. Начнем с того, что блогеры, которые разыгрывают машины, квартиры, неважно, они это делают в гивэвэях. В гивэвэях есть спонсоры. Мне очень часто пишут там разные менеджеры, что не хотите ли вы быть спонсором. У Оксаны Самойловой, у этого, у того. Там одно место стоит 500 тысяч. 500 тысяч, прикиньте, на одного человека. А там у них спонсоров, например, бывает 100. И вот посчитайте, какая сумма там складывается. И, естественно, эти спонсоры скидываются и покупают призы. Здесь обязательно там пару миллионов обязательно должен заработать блогер. Если вы думаете, что блогер говорит, вот, например, вы меня просили, вы все умоляли, чтобы я сделала giveaway, я решила его сделать. Если вы думаете, что блогер из своего кармана кладет деньги и покупает вам что-то, то вы ошибаетесь. Я конкретно этой девушке ничего не должна. И то, что 2 раза я помогла,
Я считаю, что на этом тоже нужно сказать спасибо. С таким гневом под каждым видео, все такие комментарии. Мне на самом деле уже была похожая ситуация, когда я только завела свой канал. Давно это, года 4 назад. Я подружилась с девушкой из Гусаров. Она где-то в 11 классе тогда училась. Тоже лезгинка, смотрела мои видео. И постоянно просила заказать ей что-то с Алиэкспресса, типа деньги она мне вернет, а потом отправить через почту ей в Кусары. Я показывала, например, свою коллекцию косметики. Она мне писала, что отдай мне там это. Я ей говорила, приедешь в Баку. Ну, это недалеко. Мне кажется, в Кусарах, кто находится, минимум в полгода один раз в Баку приезжает. Это же недалеко абсолютно. Мы можем увидеться, я тебе передам это все. Она говорила, нет, собери все и отправь мне по почте. Не знаю, как вы, вот я просто себя беру в пример. Мне всегда неудобно просить людей, которых я плохо знаю о чем-то. И вот мне просто интересно ваше мнение, если я не права, напишите об этом, я ни в коем случае не обижусь. Вот как вы думаете, как правильно было поступить в этой ситуации? Поверить ей и перевести деньги или же просто заблокировать? Вообще, каждый день обязательно где-то 5 сообщений приходит о том, что помоги, мне на что-то нужны деньги, там у меня финансовые проблемы и все дела. На мой взгляд, если человек будет всем помогать, то он вообще сам останется нищим. У нас с братом была очень тяжелая ситуация. Ему нужна была операция. Я просто продала все свое золото, все, что у меня есть. И мы сделали ему операцию. Взяли, например, даже у родственников долг, но всем до копейки их деньги вернули. И у нас даже не было мысли, что у кого-то что-то просить. А некоторые люди просят, не знаю, добавить на телефон, не знаю, добавь мне 2000, я хочу купить, не знаю, там, телефон или еще что-то. То есть люди иногда очень странно себя ведут. Не то, что вы мои подписчики, там вы боитесь как-то меня обидеть, мы с вами как семья. А если ты не права, скажи, Айка, ты не права, вот здесь-то, здесь-то, здесь-то. Надо было помочь человеку. То, что ты до этого помогла, это мелочь, это не деньги, поэтому нужно нормально помочь. Поэтому я как-то скептически отношусь к знакомствам в интернете, как в плане дружбы, так и в плане, не знаю, личном. Мне кажется, надо человека увидеть в жизни, пообщаться, узнать, кто он, что он, потом начать дружить или встречаться, например. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю, с вами была Айка.